Начали? Я же вам уже сказала, что у нас в подъезде консьерж. Да, вы меня внимательно слушаете. Вот. И если вы не видите консьержа, значит, вы не в том подъезде. Все очень просто. Давайте как-то уже ускоримся, пожалуйста. Это бесит. Опять придется есть холодный стейк. Бедняжка. Да. Что пришел? Ну, ты все сделала для того, чтобы я пришел. Я ничего не делала для того, чтобы ты пришел. 4 дня трубку не брала. Зачем? Зачем, чтобы я пришел? Ну вот я пришел, рассказывай, чем опять недовольна. Всем? Всем это тем, что я не миллиардер, или тем, что я остановила тебя перед тем, как ты собиралась в очередной раз вылить кучу говна на Софию? Нет, Коля. Я недовольна тем, что ты предпочитаешь жить хуже, чем мы могли бы. И тем, что ты меня сравниваешь со своей бывшей тёлкой. Юля, это не я тебя сравниваю. Это ты себя сравниваешь. Ну, а то, что я не хочу развлекаться на деньги твоего отца, это говорит о том, что, я не знаю. Юля, может быть, ты дура? Опять, я о себе, а ты о ней. Ну, мы 8 лет назад расстались. Алло, ты на ней помешана? Ладно, все, извини. Все, Коль, next subject. Че, по-русски говори. Просто я была голодная, злая, а сейчас я уже не злая. Вот. И я тебя уже почти простила. Я думаю, что нам нужно перейти ближе к телу. Стоп, ты же голодная, а твой стейк, он же остынет. В смысле, Коль, ты что, меня не хочешь? Не, это заслужить надо. 4 дня меня изводила, думаешь, что так просто? В смысле, Коль, ты чё? В смысле чего? У тебя мужик голодный, иди мне картошки пожарь. В смысле, какая картошка? Давай уже как-то потрахаемся, что ли, ты чё? В смысле? У тебя мужик голодный, алло. Вообще уже. Ладно, посмотрю, что из холодильника. Угу.